Всем привет, дорогие друзья! С вами Макгрубер. И сейчас в Одессе примерно 3:30 утра. Ну и в принципе ночи, кому как. Что-то мне не спится, я решил сделать обзор на обычное издание игры Battlefield 4. Но перед этим я хотел бы продемонстрировать вам плакат, который мне подарили к выходу игры. Магазин Киберзона. Ну давайте распакуем и посмотрим. Такой вот охрененно здоровый плакат. К сожалению, мои кривые руки не позволили его нормально открыть. Так вот он выглядит. Вот. Battlefield 4. Такой вот большой плакат. Так вот он выглядит. Ну, давайте рассмотрим, что входит в обычное издание. Вот так у нас выглядит обычное издание. Внутри три диска, реклама AMD, студия DICE, Origin. В общем, прилепили все, что возможно и невозможно. Давайте откроем. Ну что, откроем на свой страх и риск. И за если что, запалим коды. Оп. Так. Диск один. Под ним. Открывайся. Диск два. И под ними. Кодов нет. Ну, судя по всему, значит, коды написаны вот здесь вот. На этой бумаге. И вот диск третий. Так, ну в принципе это все. Сам Battlefield мне нравится, третья часть. И компания, и мультиплеер шикарный. Но в четвертую нужно иметь в принципе неплохой комп, сильный комп, чтобы все шло на максимум, не лагало. Ну, я думаю, у меня пойдет. Даже можно сказать, полетит. Ну а с вами я хочу увидеться на поле битвы. Под видео будет мой ник в Ориджине. Так что до новых встреч на войне. Пока!